12 июня магаданцы со всей страной отметят День России. Это официальный праздничный день по Трудовому кодексу. Россияне будут отдыхать целых 3 дня подряд, с 12 по 14 июня включительно. В День России в Магадане планируют праздничное шествие. Только с флагом, только с музыкальным автомобилем, без участия детей мы пройдем по улице Гагарина, пройдем по улице Ленина, и здесь вот на улице Горького шествие закончится. Но я говорю, что в очень ограниченном режиме, с соблюдением социальной дистанции, ассистенты, которые будут нести флаг, они будут находиться на очень большом расстоянии друг от друга. Ну и само полотнище, насколько я помню, оно около 40 метров длиной. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса празднование Дня России пройдет в онлайн-формате. Магаданцы смогут присоединиться к всероссийским акциям. Флаги России 12 июня. Необходимо разместить на своем окне или на автомобиле российский флаг, сфотографировать и опубликовать снимок в социальных сетях. Добро в России! С 8 по 12 июня можно поздравить соседей с праздником, положить в их почтовый ящик открытку, фото или символический подарок с символами России и поздравлениями. Россия в объективе. С 8 по 14 июня публикуйте фотографии любимых мест России. Расскажите в комментариях о том, почему именно это место вам дорого. Окна России. С 5 по 12 июня украсьте свои окна картинками, надписями, рисунками, посвященными России, так, чтобы их можно было видеть с улицы.